Где работаете? На Волжском Бекаре. На Волжском Бекаре? Да. Кем? Водителями. На какой машине? Чем занимаетесь там? В Газале водителем, экспедитором. С утра самого работали, да? Да. А со скольки? С 5 утра. Угу. Вот. А когда подъезжали к этому перекрестку, что, как было дело? Как произошел наезд? Да, ехал просто, но все как бы тронулись, и стоя фор не работал. А я думаю, ну никто не идет. Получилось так, что я зеркалом задел. Но я вот, ну, успел бы сделать. Задел зеркало. Но вы ехали в левом ряду, где движение только для разворота разрешено. При том средний ряд стоял, вы же понимали, что средний ряд стоит не просто так? Я же не понял. А почему уехали с места ДТП? Ну, шок, испугался, поставил машину, сразу прибежал. Да, виноват, что уехал, не сразу подошел. Как подошли к машине, как вас потом уже задержали? Мне не задержали, я сам подошел. Сам подошел? К машине, где уже на момент были сотрудники полиции? Я подошел туда, где произошло все, а потом подбежал туда, к машине. А ранее вы привлекались к ответственности, лишение водительского удостоверения, за что? Отказался от свидетельства. Как так получилось? Ну, я права так получил, не знал, что от того, что отказываешься, лишение прав идет. Долго было лишение, большой срок? Года 7. Года 7. Вернули, получается, когда полицейская? Ну, я не помню, март, знаю, того года. То есть больше года уже прошло? Знаки дорожного движения, видите, то, что расположение по полосам, направление движения? Да, вы видите, что левая полоса, знак сверху повешен для вас, для водителей, что левая полоса только поворот налево. Вот только из-за вашего такого отношения к знакам дорожного движения у вас получился здесь наезд на пешехода. Понимаете? Давно получили водительское удостоверение? Ну, в 2017 году получал. А потом, ну, после лишения. При дорожно-транспортном происшествии, знаете, что водитель? Да, я знаю, что нельзя скрываться, но я понял это, испугался, я машину поставил, но я сразу же пришел, не убежал домой, не скрывался нигде. Я понял, что я сделал, но... В правилах все четко прописано, что водитель должен делать при дорожно-транспортном происшествии. Но у меня шок был, я испугался, отъехал, но я же не скрылся никуда, я сразу же подошел. Согласно видео, которое представлено с регистратора другого транспортного средства, которое двигалось за вами, видно, что вы скрываетесь с места ДТП. О том, что вы потом уже какие-то действия принимаете, судья расценит. Это понятно?